В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе города Шебекино прошло 5-е открытое первенство Белгородской области по самбо среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу». В Шебекинском районе 12 школ принимают в этом проекте участие. Сегодня встречаются 8-й класс, 6-й и 7-й. Областные соревнования эти дают возможность участвовать в первенстве Центрального федерального округа. Сегодня более 150 детей, которые могут себя попробовать в этом прекрасном виде спорта, как борьба с самбо. Данное первенство посвящено Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В соревнованиях приняли участие спортсмены 6-8 классов из школ Белгородской области. Всего за победу боролись 145 спортсменов. Детям из города Шебекино, самбистам, спортсменам, моим коллегам хочу пожелать, конечно же, это здоровья в это нелегкое время, потому что последний год и этот год будет тяжелый, как они и были и есть, и поэтому надо терпеть, брать мужем, собираться мужеством, сил набираться, и я думаю, все будет хорошо. Шебекинские спортсмены завоевали 11 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Весовой категории 40 килограмм, единственная участница Моторина, занимает первое место. 43 килограмма Нивела Наталья занимает первое место. Вес 47 килограмм Чернеева Варвара Шебекина. Рыщина Карина Шебекина. Победители и призеры награждены грамотами и медалями, которые предоставила Белгородская федерация самбо и дзюдо.